руководство Армении, начиная от премьер-министра Никола Пашиняна и заканчивая главой внешнеполитического ведомства Араратом Мирзояном, с самого начала утверждало, что проект Зангезурского коридора никогда не будет реализован. Народ Армении уверяли, что это даже не является темой для разговора. Мол, переживать не о чем. Но сейчас армянская общественность понимает, что ее в очередной раз обманули. Зангезурский коридор будет реализован, это уже точно. Как передает Ахарас, таким мнением поделился армянский политический обозреватель Размик Акопджанян. По его словам, официальный Ереван обманывал свой народ про достижения на поле боя и рассказывал сказки про мощь армянской армии в период 44-дневной войны. Все то же самое происходит сейчас. Опять байки про то, что якобы Зангезурского коридора не будет. Мол, это всего лишь мечты официального Баку и только. Я, как армянин, хотел спросить у руководства Армении. Ведь в трехстороннем соглашении черным по белому написано про Зангезурский коридор, и под этой бумагой стоит подпись Пашиняна. Это во-первых. Во-вторых, сочинская встреча и вовсе поставила все точки над «и». Путин четко отметил про важность реализации данного проекта. И самое главное, Зангезурский коридор уже на стадии строительства, проект железной дороги будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время. Есть слишком много сигналов, указывающих на то, что проект Зангезурского коридора будет реализован. Все эти территории тоже перейдут под юрисдикцию Баку. И что тогда будут делать все те, кто врал армянскому народу так долго? Ровно то, что и всегда. Цепляться за власть, отметил армянский эксперт. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь. Что думаете вы? Пишите в комментариях. До новых встреч!